Приветствую вас. Я думаю, что забота и тепло это желание каждого из нас, любого, ну, любого человека, мне кажется. Не только там, словно вы этого хотите. Но то, что вы этого хотите, и ищете мужчину, чтобы это получить, говорит о том, скорее, что вы как будто искусственно сужаете способ удовлетворить потребности, да, вполне естественные потребности, вполне нормальные. Вот. А серьезные отношения, как мне кажется, вам хочется в том числе по той причине, как мне кажется, что вы чувствуете себя не совсем уверенно, вы чувствуете себя, может быть, вообще не уверенно, может быть, вы вообще себе не доверяете и пытаетесь опереться на, условно говоря, других людей. Вот. А мне кажется, как-то так. То есть вот тут я бы обратил бы ваше внимание на вот эти моменты. Причем обратите, пожалуйста, внимание, вы хотите встретить достойного мужчину. Чтобы что? Я не знаю, замечаете вы или нет, но как будто бы вы этого не видите, что вы пытаетесь встретить мужчину для чего-то, достойный мужчина вам нужен для чего-то. Это, мне кажется, ключевым моментом. Ну, одним из, по крайней мере, ключевых моментов. Вот, наверное,
Как-то так, примерно. Можно ответить. Дальше. Важно то, чем вы прикасаетесь к мужчине, с чем вы с ним соприкасаетесь. Ну, то есть, что у вас общего между вами, например. Вот. Тогда, да? То есть это очень, очень важный момент тоже, на который вам нужно обратить внимание. Как мне кажется, чтобы лучше, если вы, конечно, этого хотите, себе разобраться, да, не искать, достойного мужчину в надежде получить что-то от него. А стараться смотреть на себя, например. Стараться отталкиваться от себя, того, что я могу ему дать, допустим. Чем мне он интересен, допустим. Что меня привлекает в нем, ну вот в мужчине, как раз таки. Вот. Это очень важный момент, на который, я надеюсь, вы обратите свое внимание, потому что это то, от чего зависит, как бы, ну, ваша ваши дальнейшие отношения. Вот. Я бы так ответил вам. То есть основной вопрос, да? Один из основных вопросов. Такой. Что вам интересно, и интересно ли вам ваша жизнь? Вот. Это очень важно, потому что если вам ваша жизнь интересна, вот, или вы хотите, например, чтобы она была вам интересна, например, это вполне реально. Вполне реально это сделать. Но если вы... Но если вам не интересна ваша жизнь,
понимаете? И вы пытаетесь найти кого-то, чтобы заменить этот вот. Ну, интерес чем-то другим. То ничего хорошего из этого не выйдет. Вот. Такая вот история. Ну там все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Вот, я желаю вам удачи, всего самого доброго. И надеюсь, что ситуация будет разрешена, а вы сами, в свою очередь, как бы дадите какой-то отклик на то, что я сказал.